часто я слышу от парней, когда они говорят: да она уже достала со своими претензиями, постоянным недоверием, скандалами, проверками. Я понял одну очень интересную вещь, что каждая девушка, она является сосудом. И если этот сосуд наполнен любовью, то тогда девушка начинает эту любовь отдавать. И этот сосуд может наполнить только нормальный, зрелый, порядочный мужчина своей добротой, своей любовью, своей лаской, своей нежностью. Если ты как мужчина не наполняешь этот сосуд, то ты будешь до конца жизни требовать от нее то, что она просто-напросто не сможет тебе это дать. Поэтому когда каждый раз ты просишь от нее, чтобы она проявляла тебе внимание, нежность, любовь и ушла от скандалов и истерик, я дам тебе один совет. Ты в первую очередь наполни ее, потому что пока ты пытаешься забрать у нее то, что ты ей не дал, тогда получается, что ты вор. Сосуд, сосуд. Да, сосуд. Еще как сосуд. Братик, это сейчас говоришь не ты. Это сейчас тебе говорит твой стоячий член, который хочет присунуть во все, что двигается, а что не двигается, в то хочет он подвигать и присунуть. И это гормоны. И для твоего возраста это вполне нормально. Единственное, что я бы тебе хотел бы посоветовать, пересмотри это видео через пару лет за собой. И потом сделаешь выводы. Если сможешь, отправь мне потом следующий ролик. Как ты поменял свое мнение? Нет, я не говорю о том, что не нужно относиться к женщинам нормально. Я говорю о том, что нужно относиться с уважением к себе в первую очередь. Любить себя в первую очередь. А женщина — это лишь твое продолжение. Она должна дополнять твою жизнь. Она должна помогать тебе. Она не должна быть конечной целью твоей жизни. Понимаешь, о чем я говорю, малой?